у нас состоялся чемпионат области среди мужчин и чемпионат области среди женщин. Турнир, в котором приняли участие 80 шахматистов из трех крупнейших городов нашей области. И прежде чем перейти к награждению, я хотела бы передать слово президенту Федерации шахмат городского округа Тольятти Кирпичникову Вадиму Михайловичу. Спасибо большое. Вот, каждый раз в этом зале поздравляю, открываю, закрываю турниры, не устаю радоваться и не устаю говорить о том, что шахматы у нас в Тольятти и в Самарской области не то что живут или выживают, как, к сожалению, некоторые другие виды спорта сейчас, к огромному сожалению, они прекрасно живут и развиваются. Это и подтверждает нынешний турнир, чемпионат всей Самарской области. Поэтому в первую очередь хотелось бы сказать слова благодарности и руководству детской юношеской шахматной школы. И хотел бы обратиться со словами благодарности к вам всем, к участникам, к людям, неравнодушным к шахматам. Спасибо вам.